Повествование о том, как небольшая группа коммунистов захватила власть на нашей некогда голубой планете, и реакцией всех остальных был старинный тактический прием под названием «рвать когти». Наиболее удачным конечным пунктом для этой операции была избрана планета Чирон, созвездие Альфа Центавра. Чирон по своим климатическим условиям был очень схож с матушкой Землей, и посему беженцы решили, что именно здесь будет положено начало новой цивилизации. Как это заметно с первого взгляда, перед нами игра очень похожая на старую добрую цивилизацию Сида Мейера со всевозможными продолжениями. Чтобы начать игру, нужно выбрать размер планеты, соотношение воды, суши на ней, а также активность местной природы, как живой, так и дикорастущей. В принципе, можно все это вообще пропустить, выбрав в меню пункт «Быстрое начало». Существует несколько уровней сложности, но если вы решили приобщиться к подобным играм недавно, то не пытайтесь прыгнуть выше головы, выбирайте самый простой. Также можно выбрать условия победы. Если вы фанат различных побоищ типа Warcraft и компания, то вам вполне подойдет самый простой принцип – убей их всех. Самой крутой фишкой является совершение научного открытия, именуемого Transcendence. В двух словах, вы постигнете великую мудрость, и на вас не зайдет просветление. В общем, все будет хорошо. Достичь этого довольно сложно, однако не совсем потому, почему вы думаете, но об этом чуть позже. Теперь нам нужно выбрать свой моральный облик и жизненную ориентацию. Можно стать воякой, ученым, экономистом, экологом и так далее. Всего существует 7 направлений, каждый из них имеет свои бонусы. От того, какую сторону вы выберете, зависит дальнейшее развитие сюжета игры. Итак, прорвавшись через заставку и тернии всевозможных меню, мы вступаем в саму игру. Заметим сразу, это пошаговая стратегия. Более того, это почти та же цивилизация, какой мы ее знали. Однако такое ощущение покинет вас сразу же после того, как вы сделаете несколько шагов. Что полезно? Юниты можно полностью автоматизировать, однако не стоит этим увлекаться. На полную автоматику лучше ставить только рабочих, поскольку они, как правило, хорошо знают, где построить то или иное сооружение. А вот с военными будьте поосторожнее. Самый удобный вариант – задать нескольким боевым единицам автоматическую разведку, а остальные пусть патрулируют уже освоенную территорию. Полная автоматизация военных сил нежелательна, поскольку они начинают шляться где ни попадя и вызывать недовольство соседей, которые могут обидеться и начать войну. Но пусть вас это не пугает. При первом столкновении с соседями даже у самых в доску автоматических юнитов хватает ума не атаковать незнакомые объекты. Во всяком случае до тех пор, пока последние начнут проявлять агрессию. И даже в этом случае есть несколько шансов уклониться от поединка, то есть просто удрать. Возвращаясь же к объявлению войны, скажем, что, как правило, все можно решить мирным путем. Как это всегда было принято в подобных играх, вы можете вести довольно активную дипломатическую жизнь, вступать с вашими соседями в самые разнообразные союзы и обмениваться технологиями. И вот тут начинаются сложности. На связь с вами, допустим, вышел предводитель другого народа и изъявил желание поменяться научными разработками. И даже что-то за это предложил. А вот что именно? Итак, мы с умным видом просим его подождать, а сами лезем в базу данных, дабы выяснить, что же мы продаем и что за это получаем. Залезаем в базу и медленно сходим с ума. Вспомните старый добрый повелитель Ориона. Вам предлагают разработку, и вы более-менее знаете, на что она вам сдалась. В Альфа Центавре вместо понятных и доходчивых пояснений вам предлагают какие-то пространные и довольно нудные литературные опусы, напоминающие поток сознания, из которого вам приходится выуживать нужную информацию по крупицам. И тот приятный факт, что научных изобретений, технологий, а также построек с ними связанных стало гораздо больше, просто бледнеет на фоне проблем, возникающих при попытке выяснить, как лучше распорядиться новым благом, свалившимся на вашу голову. Правда, со временем все становится более-менее понятным. Вот научное изобретение, вот какие здания оно позволяет строить, вот какие технологии оно дает. Но сначала в этом приходится копаться, и легким началом это уже никак назвать нельзя. Тем не менее, лучше разобраться во всем сразу, поскольку без этого играть дальше станет просто неинтересно. Частью игрового процесса является управление базами. Освоить его несложно, самое простое – строить здания по возрастающей. То есть сначала возводим те, что занимают меньше времени на постройку. За скорость строительства отвечает количество полезных ископаемых вокруг базы. Кроме людей, на планете Чирон присутствуют другие формы жизни. Зовутся эти формы пси-червями и не испытывают к вам никакой симпатии. Они нападают на ваши юниты и базы. Однако даже в этих злобных тварях есть своя польза. Они вынуждают вас держать свои войска в полной боевой готовности и постоянно пополнять их. Кроме того, в сражениях с пси-червями ваши воины крепчают и становятся более опытными. А если у вас такая мощная армия, то только ненормальный захочет пойти с вами на конфликт. Так что любите пси-червей и делитесь с ними при каждом удобном случае. Вот что в игре действительно огорчает, так это графика, которая на сегодняшний момент могла бы быть и получше. Не так, чтобы она была из рук вон плохой,
Но слишком сухие меню, безликие ландшафты, а также города, которые почти не отличаются друг от друга, совсем не располагают к тому, чтобы поиграть в игру подольше. Не вызывает восторга и дизайн боевых единиц. Один известный авиаконструктор сказал: «Если самолет выглядит красиво, значит он правильно сконструирован. Трудно сказать, насколько это верно, но тем и хороши компьютерные, летательные и другие приспособления, что работают они независимо от своего внешнего вида. Благо, они всего лишь на компьютере. Поэтому делать их можно еще красивее, чем в жизни. Однако дизайнеры Альфа Центавра действовали по принципу: даже самый страшный самолет полетит, потому что он компьютерный». Подобный дизайн техники больше подошел бы для какого-нибудь постапокалиптического шедевра типа Fallout, но уж никак не для игрушки, в которой идет речь о будущем. Простой рабочий терраформер в Альфа Центавре выглядит более грозно и воинственно, нежели самый крутой боевой юнит. К тому же сборка этих юнитов в мастерской также необоснованно усложнена и запутана. Не хочется заканчивать на такой невеселой ноте, тем более что Альфа Центавра Сида Мейера не самая плохая по себе игра. Многие говорят, что результат ее излишней сложности – отсутствие активного участия самого Сида Мейера, имя которого гордо носит игра. Мне же кажется, что ее авторы просто забыли, что целью игры является развлечение. Игра есть вообще один из способов отдыха, и она создана для того, чтобы человек мог расслабиться. И самое главное, он должен выиграть, и выиграть сам. И то, что предлагает нам компьютер, не другой мир. Это очень красивая иллюзия мира, которая исчезает с нажатием одной кнопки. Попробуйте таким образом остановить мир настоящий. Не думаю, чтобы у вас что-нибудь получилось. Правда, главный дизайнер игры Брайан Рейнольдс так не думает. Альфа Центавра рассматривает фундаментальные вопросы, стоящие перед человечеством на пороге третьего тысячелетия, сказал он в своем интервью. Скажите мне, дорогие геймеры, вам хочется решать фундаментальные вопросы, стоящие перед человечеством на пороге третьего тысячелетия, когда вы садитесь просто поиграть? Лично мне не хочется совсем. А на сегодня это все. Я, Сидоров, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.